привет, ты ко мне зашел на канал. Молодец, я тебя уважаю. И тебе просто... Не, хотел поклясться, но нельзя кляться ни небом, ни землей, ни воздухом, ни небом. Сегодня, короче, вам... Ну вот, я читаю эту книгу, вот. Так, вот эту вот книгу читаю. Юрий Блин, как... Блять, я читать не могу. Блять. Ну как нормально? Юрий Шпинц. Лето. Виктор Цоя. Кстати, короче, я сейчас читаю на... 202 странице. И тут даже еще про Цоя нифига не написано. Вот что он тут пишет, как он сидел, как за то, что за мошенничество, за это, как он хотел криптовалюту, а не было, за доллары сидел, как он от полиции убегал, как он спекулировал этими фальшивыми долларами, как за ним, короче, гналась милиция, как у него были эти ботиночки, он кроссовки не одел, одел, короче, ботиночки, ну, такие ботиночки, ну, ты сам понимаешь, одел он, короче, ботиночки и бежал. Бежал он, короче, в ботиночках, ну, ботиночки почему он скидывал? Один скинул ботиночек, они у него маленькие были, он в них бежал, представляете, бежал в ботиночках маленьких, он скинул по дороге ботиночек, потом один у него не слип, он, короче, то есть не слетел. У него приклеенный, приклеился, короче, к носку, видать, может, носки он не стирал, что ли? Не, он стирал, он же Эйнштейн. Блядь, какой Эйнштейн, блядь, я все забываю, кто он такой. Он, короче, Юрий Эйнштейн, ну, шпицная, ну, я не знаю, блядь, вообще не... Ну, он, короче, эта книга, короче, я за нее почти что пятихатку отдал за эту книгу. В результате, тут, короче, я вам сразу скажу, где будет Сойна? Сейчас скажу, на какой странице будет Витька Цой. Короче, Витька Цой будет на 234 странице. И всего тут страниц... Страниц тут всего лишь... Страниц, сейчас я скажу, сколько страниц. Ну ты не отключайся, тебе я скажу, сколько страниц, а то отключишься сразу. Сейчас, короче, тут страниц 349. Так, от 349 отнять 234 страницы. Вот сколько вот страниц про Цоя. Мне с математикой плохо. Ну ты это, что на паузу поставь, посчитай, сколько это будет. Напиши, пожалуйста, об этом в комменте. Сколько это будет страниц про Цоя. Ладненько, я вас всех люблю и целую. С вами, как всегда, был. Ну, вы сами знаете, кто с вами был. Сейчас я, подожди. Ну, с вами, как всегда, был Бобби. Бобби, ты с ними был? Ну-ка, расскажи, как ты с ними был. Молодец. Ну, с вами, как всегда, был Позитив Вселенной. Главное, улыбратор, чтобы был на месте. Улыблятор был на месте. Если нет улыблятора на месте, это плохо. Улыблятор должен быть всегда на месте. О, точно, я забыл сходить в туалет. Пока.